Добрый вечер. Закончилась у нас очень интересная игра сейчас между командой «Фортуной», командой «Запрещенные игроки». С нами один, наверное, из героев встречи сегодня — Иван Винокуров. Иван забил просто шикарный гол. Спасибо. В нижний угол. Ну, первое, Иван, с победой вас. Спасибо. Первое на турнире. Поделитесь впечатлениями. Ну, игра была неплохая. Особенно начало было самым тяжелым, потому что у нас на 8 часов все игроки опаздывали, начали без вратаря. Я играл вообще в кроссовочках и в чужих шортах. Потом хоть успели переодеться. Да, и впечатления неплохие. Много сидели в обороне. Тяжело собирать состав на 8 часов. Многие не успевают, поэтому мы опять не основным составом приехали. Ну, парни боролись. Очень понравилось. Нам повезло, много моментов не забили «Запрещенные игроки», а мы реализовали свои. Волевая победа, 3-1. А, такой вопрос. Вы у нас такая новая команда для нашей организации. Пользуетесь услугой, ну, которая прямые трансляции, разбираете ли соперников? Конечно. В основном мы не соперников разбираем, а после игр своим втыкаем, кто не добежал, кто затупил. Да, и очень интересно. Спасибо вам за такую. То есть игрок теперь не отвертится, скажет, это не я был виноват, да, уже все документально подтвердили. Главное себя сильно долго не просматривать. И вот игрок стоял на воротах вместо Сергея Дрожжова в начале. Это его такая запасная роль или просто воля случая? Безусходная роль. У нас кто больше, тот и на воротах. Он просто больше его был центральный защитник, но центрального мы не могли убрать, поэтому поставили самого такого плотного. Мейстер, да? Мейстер стоял? Не-не-не, стоял, не помню. Леха, в общем. Ну, понятно. Еще раз с победой вас, спасибо за интервью. Спасибо. Надеемся, вы еще придете к нам.